В областном центре проходит открытый чемпионат города по плаванию среди детей и подростков. В течение 2 дней из 180 спортсменов определят сильнейших. Они будут отобраны на чемпионат Республики Казахстан, рассказывает наш корреспондент. Эти соревнования традиционные. В текущем году в них принимают участие около 180 спортсменов. В многоборье они отрабатывают 3 дистанции. Участники плывут 3 дистанции. Это 200 кроль, 100 метров кроль и 50 метров кроль. По сумме этих 3 дистанций определяются победители и призеры. За последние годы, конечно, плавание в Петропавловске сделало большой шаг вперед. У нас наши спортсмены входят в сборную Казахстана, в юношеский состав сборной Казахстана. Выезжают на международные старты, показывают неплохие результаты на республиканском соревновании. Юлии Шанина 10 лет. Этим видом спорта девочка занимается уже несколько лет. Мечта стать чемпионкой. Я очень долго готовилась к этим соревнованиям и надеюсь, я выиграю какое-нибудь место. В соревнованиях принимают участие спортсмены 2014 года рождения и старше. Чемпионат приурочен к празднику Наурыз. Елена Горбань, Нурбол Балгабеков, Михаил Казначеев, Служба новостей.